Муфтий Дагестана шейх Ахмад Афандиев встретился с делегацией даргинских районов республики. На встрече с шейхом присутствовали известные ученые-богословы Дагестана, религиозные деятели, преподаватели и учащиеся медресе. Открывая встречу, духовный лидер мусульман Дагестана шейх Ахмад Афандиев отметил, что в нашем регионе есть алимы, с которых можно брать пример. Есть у нас с кого брать пример, есть у нас алимы, которые могут преподавать, как наши предки преподаватели по старым методам. Это очень важный момент. Преемственность, чтобы была, по милости Аллаха, здесь сохранилась. И обращаясь к мутаалимам, в любом случае взрослое поколение уходит, и вы будете занимать их место, поэтому вы тоже постарайтесь максимально у них извлекать от них пользу. Духовный наставник также отметил важность доброго и уважительного отношения друг к другу, особенно к богословам. Дагестан как один дом, как одна семья, хотя здесь разные национальности, по нациям я людей не различаю. Для меня есть человек хороший, есть плохой, но я так стараюсь. Но в любом случае, поскольку они есть, и нам надо особенно обращаться и к муталимам, и алимам, что мы особенно алимов друг друга уважали. Муталимов, чтобы уважали. Вы тоже сегодня муталимы, завтра алимы. Какая разница? В завершение встречи известный ученый-богослов Мирза Хаджи Магомедов выступил перед присутствующими. Он говорил о необходимости быть благодарными за возможность свободно исповедовать свою религию, совершать молитвы и получать полезные знания.